Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Притиск. Как обычно, у вас на устах один фотоконкурс, одна фотопремия — 35 эвардс. 35 эвардс. Но мало кто помнит, что среди конкурсов и подконкурсов на этой фотопремии существует официальный дедлайн. Дедлайн 25 февраля 2020 года. Напомню, конкурс бесплатный. В качестве наград ценные призы, а также публикация вот в таком шикарном фотокаталоге. Обзор фотокаталога есть у меня на YouTube. 35 эвардс — крупная международная премия, основанная в 2015 году создателями профессионального фотосообщества 35фото.ру. В первый год в ней приняло участие 36 тысяч человек из 110 стран. В 2016 году уже более 76 тысяч человек. И с каждым годом эти цифры растут и растут. Особое внимание фотопремия уделяет системе голосования в три этапа, с которым я, конечно, не всегда согласен, но не я здесь устанавливаю правила. И на каждом из этапов ожесточаются критерии отбора. В принципе, это правильно. В задачи премии входит поиск 100 лучших работ года в различных номинациях, а с 2017 года определение 100 лучших фотографов года на трех лучших работах. Я как-то тоже попал в такую номинацию и стал лучшим фотографом с тремя мобильными фотографиями. Надеюсь, вы это помните. Всем найдется место для участия на этом фотоконкурсе. Номинаций просто масса. Надеюсь, вы проявите себя с самых лучших сторон и добьетесь победы. Жду вас с победой. С вами был Юрий Притиск. До связи и до встречи.